Прочитав сочинение на тему «Как я провел лето», поставила не 3, не 4, не 5, а 18+. Ха! Учитель труда доказал, что шуруп, забитый молотком, держится гораздо крепче, чем гвоздь, закрученный в отвертке. Ха! В армянских школах одноклассники дергают девочек за усы. Спасибо. Это была команда STEM. Второй на сцену выходит команда «Молодежный состав». БСМщик Иванов нашел 1 миллион долларов и сразу же отнес все деньги в полицию. Рыдающая мать утверждала, что гордится своим сыном. Чтят традиции. Если раньше не было компьютера, то по традиции их нет и сейчас. Спасибо команде «Молодежный состав», а следующими на сцену приветствуем команду «Елки-палки». Говорят, что молодежь нынче пошла не так. Ну так ведь и бабушки уже не те, носки не вяжут, пироги не пекут, в интернете сидят. Детский садик «Теремок» объявляет набор абитуриентов по следующим специальностям. Жадина-говядина, экономический факультет, Рева-корова, животноводческий факультет, Ябеда-клябеда, юридический факультет. И, наконец, выступление команды «Профи» средней школы номер 2 города Дубровка. Недавно прошел чемпионат по логистике. Победил победитель, подарили подарок. По ПТУшнику, который идет с пакетом, не разгадать, куда он идет. На учебу или в магазин. Это была команда «Профи». Наш третий конкурс подошел к концу, и под ваши бурные аплодисменты.